Всем привет, дорогие друзья, и хорошо вам настроение. С вами Рэй, мы продолжаем играть в Черепашки-ниндзя-легенды. Так, Лига Сёгунов, две звезды. Ну-ка, ага. Скинули, друзья мои, опять до Лиги Сёгунов одной звездочки. Поэтому сегодня я должен дойти до Лиги Мастеров. Кровь из носу, ребята, потому что очень мало времени остается. Плюс работа, которая будет... Когда она будет? Она будет у меня послезавтра. Послезавтра, да, ребята, у меня будет смена в ночь. Две ночные смены. А там уже и новый месяц. Как ни крути. Да, август месяц уже, ребята. Через месяцок многие из вас пойдут в школу 1 сентября. Так что отдыхайте, пока, ребят, есть такая возможность. И отдыхайте как можно лучше, наберите сил. Потому что потом целый год... Целый год суеты. Я просто вспоминаю свои школьные времена. Они, конечно, отличались от нынешних, но там тоже было свое, так скажем, веселье. У каждого поколения, мне кажется, свое, как сказать, свой метод развлечения. Ну, по определенному времени, да? Просто я не хочу сейчас вот вдаваться в подробности, но куролесься ли мы там, будь здоров. Так, слушайте, ребят, ну в Лигу-то мастеров две звезды, я сейчас зайду. Это я зайду. Потом в три звезды, да? Потом надо будет... Так, подожди, нам это пока лишнее, нам нужен кто-нибудь такой. Прокачиваем, значит, мы Леонардо с тобой, ребята, по уровню Леонардо видения, а... Мутагеноиды мы прокачиваем по скиллам. По-моему, так, да? Ничего не попутал? По-моему, нет, друзья. Так, ну если мы, например, даже сегодня дойдем до Лиги Мастеров, там, в принципе, останется всего лишь... Да я думаю, что уже завтра можно будет... Даже, наверное, до Лиги Мастеров три звезды добраться. Ну, мне так кажется. Ну, может быть, мне так хотелось бы. Я никаких, ребят, препятствий не вижу. У нас откатов с тобой 103 штуки. Да, это, конечно, не очень много. Но, тем не менее, они есть. Они есть, и можно даже хотя бы половину потратить. Если вдруг там что-то какое-то будет у нас коллапс. Где-то что-то я не успею сделать, да, или... Продинаблю, такой может быть. Мы можем воспользоваться, так сказать, шансом на то, чтобы потратить откаты, сделать нужное там количество нам боев. Ну, грубо говоря. И все будет у нас чики-пуки. Так, сейчас мы с тобой возьмем 73-я позиция. Слушай, а может вы дадите мне, например, 16-21? Я бы не скулил. Вот, спасибо. Только хотел сказать, я ни сколечко не откажусь и не обижусь. Все, они выдали. Раз, два, три, четыре. Погнали. Так, сегодня у нас что? Сегодня у нас пятница, по-моему, да? Да, по-моему, пятница, ребят. Нет, уже на моих часах уже, ребята, первый час ночи. Значит, сегодня уже суббота. Слушай, два дня остаются. Блин, надо как-то напрячься. Напрячься и, ребят, пройти до Лиги Мастеров 3 звезды. Завтра, наверное, как обычно, просплю. Я сегодня, ребята, планировал, если честно, на втором канале снимать игры. Гештальт. Потом, что у нас там мне понравилось? Этот 2D-хоррор про Вторую мировую мне вообще зашел. Да там вообще вот все игры, которые вот эти вот последние выложены мной, они вообще имба. Единственное, что как время раскидать. Я вчера, например, взял себе, купил и Kingdom Rush Альянс. Ну, когда это все играть, друзья мои? Когда? Вопрос, вот это для меня, наверное, вот это самый большой вопрос. Раньше, когда я, например, играл, ну, грубо говоря, одну-две игры, да? Вот что мы раньше с тобой играли? Мы играли с тобой Черепашки, ХКР и Дракон Всадник Улуха.
Три игры. В принципе, ребята, хватало времени на все. Сейчас же у меня здесь штук 4-5 игр, которые я играю периодически. И плюс за второй канал плотненько, я так сказать, взялся. Потому что, ну, на самом деле очень много замечательных игрушек там повыходило. И как бы хочется их играть и проходить. А не просто там по одной серии записал и забыл уже на следующий день. Нет, именно хочется пройти. Там также вот этот вот остров лунного камня. Нужно, ребята, его добить. Иначе он будет как и с игрой солдаты. Помнишь, мы играли? Я дошел до последнего босса. Его не смог забомбить. Отложил этот черный ящик. И так она и висит. Одного босса не запинать. Ё-моё, блин, целая игра висит из-за босса. Трэш. Вот, я же потом пошел. Я решил, что я слабоватый. И я пошел подкачаться. Бегал, качался. Устал, и все. И лежит она сейчас там у меня мертвым грузом. Поэтому я хочу, чтобы с остальными играми тоже так же было. А их у меня много, таких недозавершенных, скажем так. Слушай, ребят, скоро с Йоганом уже 3 звезды. Мы с тобой вот так вот слово за слово, да. И у нас уже почти, ребят, все получается. Так, 16-21. Блин, у нас еще 57, а у них уже 63. Ну, я думаю, что если возьму, например, Армагона, то он, в принципе, одним щелчком их уложит. Что, после черепашек, наверное, ребята, серия по драконам, всадники Олуха. И на сегодня хорош. На сегодня хорош, ребята. Это уже будет час, потом я переключаюсь на второй канал и уже буду там играть. Если, конечно, не усну, а спать мне на самом деле хочется, потому что я только сегодня со смены. С утренней, в эту жару работать, это больше и сильнее меня, когда работать в жару. Я даже сейчас, ребят, сижу, грубо говоря, в одних труселях, потому что духота невозможная в квартире. И с меня просто рекой льется, понимаешь? Просто рекой льется с меня вот вода, блин, пот этот. Я не могу, у меня открыто окно, блин, у меня тут, ну, вентилятор не включен, но все равно не могу. Соображаю туго, потому что практически, знаешь, когда такое ощущение, как будто ты, вот когда в парилке долго сидишь, потом выходишь из нее под холодную воду, встаешь, и тебя, знаешь, такой вот эффект легкого головокружения. Вот сейчас вот такое, только у меня не легкого головокружения, а охрененного. Такое в полуобморочном виде. Поэтому я могу и запинаться сейчас, и заплетаться. А я уже отыграл и Бравл Старс уже, и Yarn Today. А они, считай, мне вышли каждое по часу. Это, грубо говоря, уже 2 часа я проволтузился. Сейчас здесь минут 20, плюс Дракон Всадники Олуха минут там 20-30. Потом перейду на второй канал. Ой, пипец. Когда я лягу спать, не знаю, ребят. И кофе кончилось, блин. Трындец. Так, хоть кофе бодрячком не держал. А сейчас что? Чай с лимоном. Да что-то как-то уже присытился он мне. Ну, если сегодня не получится у меня на втором канале поиграть, я поиграю завтра, ребят. Просто сейчас я вам серьезно говорю. Возьмемся за Kingdom Rush, например. А я такой человек. Я если вот... вот Kingdom Rush, это точно, ребята. Кроме, конечно, вот этой вот что-то я как-то не могу никак пройти Kingdom Rush, которую стал проходить-то, как она там называется-то. Блин, забыл ее название. Вот, короче, которая до перед Альянсом была. Вот, скажем так, предпоследняя часть. Все никак этих. Мне босса там тоже, в принципе, дойти и запинать босса. Но с этими игрушками, с новинками, все хочется пощупать, все хочется поиграть, знаешь, это вот такой вот ажиотаж. А тем более, когда тебя игра еще и цепляет. Так мало того, что, ребята, у меня давным-давно лежит игруха, как она называется? Мы с тобой играли. Punch Club, вторая часть. Там вышло DLC, оно вышло уже неделю назад. Ребята, я не могу даже в него поиграть, понимаешь? Помимо этого, я вчера еще купил 3 игры, блин. В Стиме. Когда это все играть, блин? В отпуске был, ничего хорошего не выходило у нас на ПК.
Сейчас, говорят, после августа, август-сентябрь начнется Вуконг в августе 20-го. Потом там еще, ой, там столько игр будет. Я, конечно, не спорю, что все мне прям зайдут. Может быть, и не все, но они будут выходить новинки. И их хочется немножко поюзать, поиграть. Это время. Вот так вот, ребятушки. Поэтому, если что, вы уж не обижайтесь, если стало видео-то тут сниматься поменьше на этом канале или еще что-нибудь в этом роде. Тоже как бы войдите в мое положение. Мне тоже хочется во что-то поиграть свеженькое, новенькое. Это мы с тобой уже наиграли, извини меня, пятилетка. Пять лет, шесть даже лет, наверное, по-моему, у нас черепашки. То есть, ты понимаешь, да? Тут мы все знаем досконально. Что-то хочется другое поиграть. И именно на другом канале, именно посвященном не мобильному геймингу, а ПК-играм. Так, ну что, давай тогда возьмем вот этот, наверное, тут. Возьму одного Крынга. У меня, кстати, уже ничего тут не осталось, грубо говоря. Шапочный разбор по героям. И, ну, до Лиги Мастеров, я думаю, доберемся все-таки. А завтра уже, наверное... доберемся до Лиги Мастеров 3 звезды. Ну, максимум к 3 звездочкам мы точно подойдем, потому что мы берем еще с тобой в расчет того, что нас обязательно скинут с тобой. Обязательно сбросят. Сейчас мы с тобой дойдем, например, до Лиги Мастеров. Завтра уже зайдешь. И где ты будешь? Правильно, в Лиге Сёгунов. В какой звезде? Можешь даже быть во второй. То есть двухзвездочная лига быть. Что приятно, очень мало. Раз, два, три, четыре, пять. Ага, раз, два, три, четыре, пять. Придется, наверное, нам, ребят, еще откатик сделать на героев, чтобы полноценный поединок вышел у нас. Плюс сегодня у нас здесь ежедневки, да, по-моему, открыты. Сегодня пятница же, ну, уже суббота, но они в пятницу открываются. Так что надо будет еще там посмотреть. И пособирать эксперт-снаряжение. То есть, получается, уже нифига не 20 минут, а где-то минут 30 будет на это все потрачено. Блин. Ну да, ребята, вот сейчас последняя катка, и мы с тобой врываемся в Лигу Мастеров. Только надо заработать в начале 16-22. Есть такое дело. Так, берем Армагона. Берем Рафаэля. Берем Алапекс. Берем с тобой так и Шредера. Было 100, сколько там, 103 отката, стало 99. 104 было отката, я уже не помню. Так, ну что, тут у нас супер быстрые войны. То есть Лапекс, ну да, ребята, Лапекс переплевывает, получается, Зека. А, Зека у меня и нету. А Лапекс переплевывает Шредера, Армагона и Маузеров. Ну что, Лига Мастеров? Отлично, отлично, уже неплохо, ребят. Так, с ареной на сегодня все. Так, дальше мы с тобой открываем здесь пак. Кто там у нас? Хан? А, кошка морозильная. Так, забрали. Дальше серия испытаний. Ну давай вот это вот пройдем быстренько. Раз, два, три. Блин, ну Армагона что-то здоровье вообще, ребята, мизер. Мизер. Я, наверное, его брать не буду здесь. Как-то не хочется мне. Вдруг его нечаянно уронят. Не хотелось бы. Просто здесь нужно сделать так, чтобы у Леонардо был отхил подготовленный, грубо говоря. И после этого просто берешь команду. И первый ход, когда будет, он, ребят, просто-напросто отхиляет. У него хил есть. Так, ага. Что? Сильно звезданул, на самом деле. Распетушился, да, Леонардо? Ну ладно, получил свою, бог с ним. Так, ну что? Здесь все. Так, теперь идем с тобой на персонажи. Ищем нашего Леонардо видения и... поднимаем ум 77 уровень. Дальше идем на мутагеноида. Подожди, я его пропустил, по-моему, да?
Погоди-ка, погоди-ка. Мутагеной. А, вот он, ребят. Мутагеной-то здесь. Значит так. До 6 уровня нам нужно с тобой 5 книг. Так. Бибабим, да, нужен? Раз. Два. Три. Да ёк, Макарёк, ну какие радарные эти-то, ну. Так, 4 и последнее. Не дает, пока не дает, ребят. Да что ты, ну. Серьезно, давай, не дуркуй мне. Как я ненавижу вот это вот, ребят. Ну, маяки радарные, да, ну, начинается вот это вот. Все, карты мы собрали с тобой. По-моему, тут только карты нужны были. 10 ножей для пиц. Угу. 1, 2, 3, 4 нашли. 5, 6. Пиццы не хватит, ребят. 7, 8. Да, не хватит пиццы. Ну ладно, фиг с ним. Так, здесь забираем все награды наши и идем на теперь эксперт снаряжения, испытания. Так, вот у нас платиновая техника. По... Что? А, ну да. Так, Зэк и Донни. Ну ладно. Че, я, наверное, ребят, здесь автобой посмотрю. Я потому что знаю, что эти орлики у меня пройдут сами. В плане, Маузер, вот сейчас звезданул по Маузеру, который 70 уровня, он его даже не добил. Интересно. А, это ж, по-моему, матрас, да? Желтые матрасы, если я не ошибаюсь. Который будет ныкаться, по-моему, про него здесь идет речь. Он же будет нас тут встречать. Ну, конечно, конечно, желтые матрасы, ребята. Пятно он там, видишь? На матрасе. Ну вот. Это вот этот вот мелкий засыха, ребят, здесь ныкается. В помойке. Все. Съехала крыша у чувачка. Так. Ну что, ребят, наверное, сразу же фармить будем. Не будем сразу проходить второй этап. Снаряжение техники, поехали. Да ё-моё, ты вот сюда вот мне перекинь и начинай уже. Вот, друзья мои, отлично. Прям вот, прям шикарненько. Обожаю, когда так происходит. То есть мы с тобой сразу же хобана и получаем эксперт снаряжение. Так. Да, с одного удара всех, правильно, так и надо. Ну зачем? Ну, господи, ну зачем-то вот... Вот постоянно, ребята, остается у них один персонаж, у них алгоритм так записан, что два хода обычных, потом надо обязательно суперудар сделать. Непонятно. Так. Тун-тун-тун. А что там на стенке написано, ребята? Саймон, да? Что-то такое. Я все смотрю, смотрю на эту запись, не могу понять. Н.А. Саймон. Или Симон. Или Самон. Немножко непонятно. Н.А. По-моему, Саймон. Это же, наверное, не просто так написано. Это, может быть, один из разработчиков игры. Кто его знает. Так, ну что, давай попробуем здесь получить эксперт снаряжение. Было бы неплохо, ребят. Было бы, блин, неплохо, но... Да, не дали, к сожалению. Но, тем не менее, один мы с тобой успели урвать. И, в принципе, друзья мои, по-моему, тут все, да? Ну, Усаги против техники мне не нужен, потому что он у нас есть. А вот вам, если у вас нету
Это самый, по-моему, первый. Он даже у меня прокачался, если не ошибаюсь, быстрее, чем Леонардо. Вот этот вот. Хотя я могу сейчас свистеть тебе в три короба. Я не помню, ребят. Давно это было. Года три назад. Сейчас все и не помнишь. Ну что, ребятушки, на сегодня тогда закругляемся. Всем большое спасибо за просмотр. И до новых скорых видосиков.